Сегодня «Геометрия ТВ» находится в клубе «On Air», потому что здесь проходит самая яркая и массовая вечеринка после новогодних праздников. И посвящена она Дню студента. Мистер Ваулин Фэмили всегда старается специально для тех людей, которые приходят к нам на вечеринки, и вместе с нашими уважаемыми гостями, нашими посетителями, мы попытались создать атмосферу праздника, атмосферу того праздника, который мы с вами заслужили, а особенно наши студенты, потому что они всегда страдают от этих сессий, она закончилась. И наконец-то мистер Ваулин Фэмили представили свою вечеринку как «Ночь студентов On Air». Я не знаю, ну, наверное, студенческая жизнь – это вот такие вот тусовки, которые организовываются. Все это делается для студентов, и этим самым студенты запоминают свою молодежную жизнь, вот эту свою молодость. Двумя словами, я прожигала свою молодость все 5 лет. Не о чем жалеть. На втором курсе. То есть ты уже успел познать студенческую жизнь? Конечно. Я учусь на курсе английского. Шучу, я 3-й курс, бухучет. Я уже закончил. Я такой, да, вот у меня бородачу, каждым днем все ниже и ниже. На 4-м. Да, надеюсь, я в следующем году все-таки закончу. Вечеринка вам? Прикольно, очень нравится. Весело, много людей, вообще много знакомых лиц, очень круто. Вечеринка очень крутая, организаторы молодцы, они очень сильно постарались. Знаете, те, кто не пришли, должны очень сильно пожалеть, потому что здесь было реально круто и очень понравилось. Народ замечательный на самом деле, не ожидал, что будет так круто. Очень круто, очень понравились мальчики, которые пели, просто небесные мальчики, вот. Наши мальчишки с Иганом, конечно, зажгли. В целом, и музыка очень крутая, мне нравится. Поздравь, пожалуйста, зрителей «Геометрии» с Днем студента. Хорошо, я поздравляю всех. Вот сколько бы вам лет не было, как мы уже сказали, самое главное, оставайтесь всегда в душе молодыми. Студенческая жизнь, она у вас одна, прожигайте ее как следует. Чтобы всегда в вашей жизни было это слово «студент», оно было каким-то особенным, всегда придавало вам позитив и какие-то эмоции. Желаю побольше тусить, веселиться и радоваться жизни, потому что жизнь одна, ребята. Но не забывайте думать о будущем. Всех с праздником, всем удачи.